Так. Что-то тут явно, по-моему, звучок-то подсбился. Нет? Или кажется? Так, ну чё, поехали. Тут новая компания вышла какая-то. Надо проходить. Кампейнинг симулятор. Так, бридж батл. Ох. Так, и шо тут у нас? Шо тут у нас? А я уже знаю тактику. У меня есть тактика, и я буду ее придерживаться. Поехали. В пропасть нахуй. Так, ты пока погоди. Ты глянь, скинули, заразу. Ля-ля-ля-ля-ля, скинули. Богдан, здорово. На, нахуй. Веселый слоник всю оборону растоптал. Пацанам даже делать ничего не пришлось, они вообще в ахуе. Ебать, а это что? А это шарик? Шарик полетел. Не, Егор, тапс без зомби. Так, а тут у нас чё? А тут у нас... Блять, а тут серьезно. Блять, а тут уже никакого моста... Ага, так, эти у нас... Самурайчики, а тут у нас бригада стрелков. Так, чё хочу. Надо тоже мушкетеров. И где тут у нас? Вот эти вот. Нет, не вот эти. Блин, как же они были-то? Вот этих пацанов надо тоже. Блин, а как же они назывались-то? Что, тоже самураев поставить? Поехали. Серьезно? Да вы ж половину своих убили, дебилы. Твою мать. А самураи ж пули же отбиваю, точно. Так, не, хуйня какая-то. Давай по новой, Миша, все хуйня. 14 челов? Да погоди, Егорчик, ща. Ща что-нибудь намутим. Да, я знаю, Богдан, что тут новый секретный юнит. Так, ну что-то кавалерия не справляется. Хотя нет, нормально, бля, расчистили. Но... Нет. Не пойдет. Блин, а что если этого придурка поставить, короче, чтобы он птичек метал? А тут всякое говно, короче, понаставить. Вот такое лютое прям. Так и так, здорово, лакер. Не, я Богдан еще не открывал. Блять, опасно. Пульки летают. Где метро, Блэд? Нету метро еще. Нету. Денег нету, лакер. Почему не слышно взрывов? Мне кажется, ты пиздишь. Все включено, Зептер, не пизди. Вот именно за 4 часа танков ты ебанулся, в том-то и дело.
Блять, опасно. У тебя контузия вьетнамовская проснулась. Летите, птички, летите. Глянь, какие вороны охуенные. Перезарядка ворон. Все, изи. А, так погоди, там эти чуваки еще живые. Я думаю, им всем пизда, ты глянь, они их тут замыскали до смерти. И мать обнимашки, короче, они у них, глянь, они тут винтовки поотнимали, все. Ебать. Давай, Егор, чпоки-доки. Так. А кто у нас тут-то? А тут-то у нас... О, блядь, тут пацаны опасные. Так, а что же мне с вами-то делать? Не, ну можно по приколу, конечно, вот этих типов поставить, но не факт, что они тут нормально прям будут решать что-то. Ну попробуем, ладно. Да, пацаны тут не зарешали. Ебать. Нормально так. Так, я понял. Не решать. Жопа болит? Ну, что поделать, Зептер? Что поделать? Голова не жопа, перевяжи, лежи. Блять, а если до хера самураев прям? Такая армада самураев тупо. Ебать, замес пошел. Не, самураи не вывозят тоже. Тел до хера, толку ни хера. Не, не пойдет. А если, допустим, рипера поставить, а вот этого чела мне дать? Так, с этими разобрались. Рипер там еще наваливает. Изи. Вот и все. Залог успеха. Просто смерть всех пораскидала. Уи-и-и-и. Ну а что делать, Зептер? Что делать? Так, ух, ебать. Ой, там еще эти гарпунеры. Так, ладно, если большого дядьку поставить, которому будет похеру. И ракушек. Ему ж похеру на гарпунеров-то. А эти сейчас ракушками закидают. Да-да, ума дохуя, Зептер. Дед немножко охуел, пускай дед на пенсию себе SSD-шники покупает. Раз компьютера захотел. Да ладно, серьезно? Они победили великана? Да ладно, да ну нет! В смысле, они великана захерачили? Что-то великан не решает. Так, а чё вот это за кавалерия у нас? Угу. Ебать! А чё он такой огромный? Ебать! Да ну нахуй! А чё он такой гигантский? Ебать! Бля, он даже, блядь, подняться не может.
Да он сейчас ёбнется просто. За него конь на ногах ходить не может, блядь. Что с ним? Ебать. Короче, заебал. Купи метро. Ладно, понял. Есть, разрешите выполнять? Ну, на метрошечку хватит. Спасибо, Лакар. Ладно, все. Хорошо, покупаю метро, завтра прохожу метро. Во сколько? А, погоди, завтра. Завтра вечером у батька день рождения. Да, блядь, Zepter DS, там метро, там обнова вышла, там DLC-шка вышла. Это надолго не затянется, поверенные маленькие. Во сколько? Вечером у батька день рождения. Так, погоди, в 5 часов... В 5 часов я, короче, уже отчаливаю. На метро, Zepter, на метро. Стоимость метро. Я придумал. В понедельник, короче. Не, Лакар, она же маленькая вроде. Или я что-то путаю. Я не знаю, я просто не спойлерился вообще. Я ни прохождение не смотрел, я не знаю. Не, нихуя. Бля, ну, можно прервать пока Mass Effect, короче, и вместо Mass Effect метрошку пройти. И я думаю, в понедельник тогда можно будет полноценно засесть вечером. Чуть меньше обычной игры. Ебать, нихуя себе. Вот. Zepter, чё ты выёб... Нахуй заебал. Заебал, нахуй, блядь. Пизду, блядь. Заебал. Заебал уже за сегодня, ей-богу. Вот. И, короче, в понедельник тогда я вместо Масика тогда подрубаю метро. А, окей, Лакар, хорошо. Давай тогда так. Просто завтра я по-любому буду в танке ебашить, как бы у меня времени завтра нету, а вечером меня не будет, потому что у батька день рождения будет. Ну вот, поэтому самый верный вариант это понедельник вечером. Потому что с утра мне нужно будет на работу, пока я на работе съезжу там кое-что исправлю. Вот, а потом, короче, к врачу схожу, она меня с больника выпишет и... И потом можно будет проходить. Да просто так, заебал он уже, блядь. Заебал Zepter уже. Во, нормально, вот эти пацаны заебись справляются. Давай, 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 давай. Давай, 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 пацанчики. Блять, ну почти. Не знаю, что надо делать. Идите нахуй. Блять. Другого, 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 срочно. Ах, не получилось. Сука, есть идея, есть идея, есть Икея. Короче. Вот этих. И черлидеров двух. Погнали. Сейчас задувалово начнется. Пошла жара. Сдувай их нахуй. Ебать. Давай, давай, дуй, дуй. Че-то как-то хуёво справляются они.
Я просто так не дамся. Сука. Ладно, а если я, допустим, вот этих пацанов сейчас поставлю столько? И черлидеров. Но. Погнали нахуй. Ебать. Спиздили одного, второго пиздят. Жрите их, жрите. Быстрее, 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 жрите их. Больше ракушек, еще больше, блядь. Еще больше ракушек. Ну, давай, давай, блядь. Еее! Нового юнита? Да сейчас открою, погоди. Вот пиздобол. Зептер, вот, сука, что ж такая тварь, а? К нему со всем уважением старческим, а он такой... Тварь вообще пиздец. У, блядь, а тут... Заебал чат ломаться, в смысле, лакар, что такое? В смысле, чат ломается. Так сейчас нахуй. Сейчас, блядь, нахуй. Сообщение дублями отображается. А, ты перезагрузи просто и все. Страницу там перезагружаешь, и все нормально должно быть. А, уже делал. Блин, ну тогда хер его знает. Ебаш! Давай, зевсулька! Изи каточка, просто изи. Два зевса под черлидерами, ебой. Помойка. Богдан, ты че, ебу дал? Так, а вот тут, тут можно уже артемидку забахать к 100. Придурки, отъебитесь от меня. Бляди! Столкнулись, суки. Еще раз. Ебать, они попадали. Тихо, 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 долбоёбы. Не, пацаны, столько стрел вы явно не вывозите. Ух, половина поулетала, слава богу. А вот это вот уже что-то жесткое. Блять, тут и те, кто вырывается, короче. Нужна приманка, короче. Чтобы вот эти дебичи, они ворвались. Вот на этого бомжа, допустим. Не, даже не на этого дорого будет. Вот на вот этого бомжа, чтобы они ворвались. Вот так, вот так, вот так. Так, а здесь мы, короче... А что мы здесь сделаем? А здесь мы сделаем какую-нибудь фигню, типа... Не, там эти щитовики не пойдет. Может, пару королей и хиллеров? И рыцарей еще. Одного. И бардов. А ну-ка. Так. Там рубят, рубят пацанов. Ой, правильно, дебила за собой упер, красавчик. Бард вообще лучший просто. Да-да-да-да-да, красава, красава, руби, 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 руби.
Ебать! Давай! Фодобир! За пиво! Ебашик! Давай, пацаны! Все, изи, изи каткать. Изи, изи победа. Просто легчайшая. На, нахуй. Так, а вот тут, тут тоже что-то интересное и многообещающее. Так, Квахча. Спартанцы. Ай, дгля такой, ебать. Такой, ебать. Простой такой пацан. Так, Зевсулька, Квахча и придурочки, которые будут прыгать, да? Так, а что мы будем делать? А мы будем делать вот что. Сюда я поставлю катапульту и буду ей руководить. Сюда мы поставим... Валькирий? Валькирий. И попробуем вот так. Ой, что-то куда-то не туда. Что-то пошло явно не по плану. Так. Тихо. Да что это такая кривая-то, ну блять? Ебаш! Хорош! Бля, Зевс! Сука! Да иди нахуй! Блядь, ну не улетает с камуськом! Он с камуськом не улетает, сука! Он не хочет с камуськом лететь! Поебал Зевсу! О, блядь, оооо! Держись, пацан, виси, виси. Да уйди нахуй. Серьезно? Серьезно, блядь, у меня только получилось. Сука. Ладно, сейчас все получится. Хуйня война. Или нет? Ебать, там придурок на Квахче улетел. Ебать, охуенные миссии. Ща как захуярим Зевса. Виктори, изи. Сказал же, тактика заебись. Захуярили просто. Глянь, Валькирия просто запиздила этого Зевса. Чего, Зевтор? Кого, блядь? Благодаря кому? Тебе? Ой, я тебя умоляю, а. Ну-ка, пацан, пошли ебашить. Ты только не упади, придурок! Да руку отцепишь ты свой... Ой, господи, какой же тупой дебил. Опа. Блять, ну почти сработало. Но нет, это не пойдет.
Придурок, ты куда? Ну какие же вы тупые! Не-не-не, это прикольно, кстати, игруха, Лакер. Тут поугарать на самом деле можно с нее, блин. Так, чисто по приколу. Так, ну допустим. Лакер, а что ты там, кстати, забыл? Ну там, где ты есть сейчас. Небось, какие-нибудь конференции, чи не? Чи да? У тебя отпуск, вот оно что. Понял. Я думал, ты по работе туда. Блин, это тоже тактика, хуйня какая-то получилась. Батуми. Там не бывал. Я только по Россиюшке помотался, в Абхазии побывать успел, и усё. Ну, в Абхазии раз 6, наверное, или 7 был. На, нахуй. Давай, король! Тащи, король! Да ёп, руби его! Хорош! Пошел! Ты придурок, что ты делаешь? Ебанат, удари его нормально! Что ты делаешь? О, господи. О, что ты? О, блядь. Вот и все. Ой, ну иди, иди, Зептер. Иди. Бедненький. Заставляет на подрубках сидеть бедненький Зептер. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, пиздуй давай из глаз моих долой, сердце вон. А если так попробовать? Так, Зептер, иди, пока не передумал, а? Иди. Из хуя в жопу. Ну, можно и такую версию, в принципе, я не против. Дебилы, вы куда, хилеры? Ой, тупые, вы чё? О, хилеры, это дауны, сдохли. Ты гля, капитан, какой бычиный. Бля, он так-то нормально наяривает, кстати. Он его тупо насадил на шпагу. Просто на шпагу насадил бедного короля. Ладно, такая тема тоже не канает. Так, а что если попробовать с пиратами, допустим? И допустим... Да, по полной программе причем. Так, а если попробовать вот этих пацанов, короче? Вот сюда вообще рипера поставить. И вот сюда рипера поставить. А здесь, а здесь, а здесь. Где мои хилеры? Не, нахер хилеров, надо вот этих пацанов. А ну-ка. Да не открывал я Богдан юнита, говорю ж тебе еще. Вот, сука.
Бля, ну эти пацаны устойчивые против выстрелов. Но они ёбнутые. Вот эти. Человек-бочка. Блин, ну они устойчивые. Их, короче, можно на самом деле против этих выставить. Тебя вообще на самом деле можно вообще вот так вот сделать и не загоняться. Сейчас их катапульта одним выстрелом расхерачит как. А, они дебилы, они просто вниз попадали все, я понял. Понятно, понятно, в принципе ничего удивительного. Ебать, а если танк поставить? А на оставшихся уже этих пацанов поставить? А ну-ка. Не хочу, Богдан, зачем? Пускай сами. О, нормально. Так, вот это вот уже другое дело. Танчик сработал. Хотя он падал, застрял. И он не проедет тут. Виктори? В смысле Виктори? Блять, забыл посмотреть. Там, походу, эти разбились нахер последние чуваки. Почему у него башка такая маленькая? Что с ним не так-то, ебать? Ты посмотри, а этот какой-то маленький. Ля-ля-ля, какой-то недоросток. Че у него с башкой? Че это как голова маленькая? Блять, пиздец. Ты смотри просто на это. Какая жесть. О, это пиздец. Так, ну я понял, ладно. Так, мне надо что-то врывное. Вообще, на самом деле, конечно, можно было бы... Нет. Нет. Зачем, Богдан? Вот, все, изи. Где есть Артемида, там есть победа. Ебать, тут ему в башку понатыкало. Ох, ебать. Тарбалетчики мертвые валяются. Там шутер, кстати, нормально зарешал. Он скинул нахер их и все. И этот тоже там поотдувал, пока пацаны расстреливали. Нормально, нормально, нормально. Так. Ух, блядь, а тут риперы.
Ну давай попробуй, конечно, не знаю, там отстрелять как-то их. А, ну хотя против Рипера тогда что там? Его там отстрелять, да и все. Вот и все. Никаких проблем, никаких вопросов. Артемида, бог войны. Ну вот тут уже ее не будет, значит тут надо что-нибудь другое. Так, причем тут какая-то многоэтажная хренотень типа замка. Надо как-то лучников, короче, отчпокать. Тут пираты, тут мечники. И наверху копьеносцы, да? Так, тогда мне что надо? Мне надо тогда вот этого пацана. А в идеале двух. Вот. Так, а вот это у нас кто такие? А, это эти палачи. Не, надо кого-нибудь Блэкберда, наверное. И возможно. Парочку ярлов. Ну и пусть этот дурачок отбитый идет. Нихуя себе адмирал Кунка запрыгнул. Вообще план был другой. Несколько, как бы. Ну да ладно, видимо, все пошло наперекосяк. Не надо! Да не надо, блядь. Твою мать. План другой был. Борода, ёб твою мать, куда тебя хер понес? Ясно. Можно, плиз, не прыгать как дебил, а пойти и воевать? Вниз. Ебать. Понял, принял. Не работает такая страта. Блять. Ладно, поехали по стариночке. Всех затыкаем нахер. Вот и все. Вот и славненько. Ебать, а эти-то как все попередохнуть-то успели. Ебать, тут мечей. Так. Ёб твою мать, нихуя себе катапульты.
Армия скелетов? Лишь половина попадали. Изи. О, сука. Так, не понял. Блять, вампиры и пушки. Ну, чтобы противодействовать вампирам, надо самому вампиров, наверное, поставить. Так. И чьи вампиры сильнее окажутся? Кто кого отсосет быстрей? Блять, вообще непонятно, что происходит. Ты кто кого сосет-то там? Ребята, кто побеждает-то хоть? Ребята! Блять, чё? Кто? Кто кого? Кто кого сосет-то там? Нихуя не видно. Изи. Так, а вот с рипером поинтереснее уже, блядь, будет. Пиздарики. Ну, почти. Да ладно, ты живой еще? Сука. Я думал, он сдох. Ой, блядь. Так, а вот для этого, по-моему, идеально подойдет вот. Где он есть, этот чел? Вот эти челы, по-моему, идеально подойдут для этого. Блять, одного уже захерачили. Нет, к сожалению, это не подходит. Так, ладно. Спина к спине, братья. Ну, попробуем. Ты кто-то орёт, ай, бля. Ебать, пулеметная бригада, блядь, просто. Так, окей. Квахча. Две квахчи.
А ну-ка. Ох, косой. Изи. Блять. Вставай, дурачок. Блять, когда он разговаривает, аж стрёмно становится. Изи. Well done? Что, все что ли? А я думал, она подольше будет. Ну ладно, на нет и суда нет, чё. Всё тогда. Быстренько как-то. Ну ладно. Чё поделать. Ладно. Пойду тогда в таком случае, не знаю, что делать. Может спать, а может быть и не спать. Посмотрим. Ну все, тап скончился. Опять. До следующего обновления. Быстренько как-то.